Здравствуйте, дамы и господа, мы продолжаем прохождение Atomic Heart. Возвращаемся к нашей любимой Элеоноре. Желтый бидон Элеоноры? Это неожиданный результат дерзкого научного эксперимента. Страшно, очень страшно. Нужно взорвать эту срань! Желтый бидон. Ну и где искать? Полимерный контейнер, майор. О! Они всегда желтые. Найти его не должно быть трудно. Сохранение данных. Я тогда до сохранения не дошел буквально 10 метров. Желаемое действие. Так, давай попробуем создать какое-нибудь оружие. Мы копим на калашмат. Все хорошо. Хочу калашмат и все. Запись первая, 16 апреля. Итак, мутации... Жужа, фу, мешаешь? Жужа. Вызванные полимером продолжаются. Через месяц наблюдения за объектом ЦП-388 «Борщевик» было обнаружено необычное поведение. Растение может питаться путем эндоцитоза и выработало способ отслеживать, с какой стороны ему подается пища. Ну, в нашем случае, питательная смесь. Чтобы вытягивать свои побеги в соответствующую сторону. Вай, а у нас есть его на удар? Так, где-то есть еще эти падлы? Вроде нету. Хотя что-то летает. Может, мне показалось. Вы должны мне помочь. Ты дергаешься? Посадить в меня семена. Да я... Ты что, с ума сошла, что ли? Чего? Ты что? Я знаю, что умерла. Я не хочу быть бесполезным трупом. Мое тело может стать почвой для растений. Я стану памятью моих коллег. Мы работали на благо Советского Союза. Сажать семена в нее, блин. Даже так это звучит очень нездорово. Мы вложили много труда в эти новые виды растений. Это будет моим с ними прощанием. Угу. Пойму, если откажетесь, но... Скорее всего, вас кремируют. Слишком много жертв вокруг. Кремируют? Не подумала. Жаль уходящую жизнь. Результаты генетического анализа... Я вам точно помню. Ладно. Постарайтесь не умереть. Стараюсь. Это... Этого просто быть не может. Кошмар. Ну все. Непроходимые веточки. Тут ничего. О, ящик. Это нам надо. Мы копим на калашмат. Может, кто дверь откроет? Нет. Пройти негде. Допустим. Какая-то энергетическая хрень. Нет, мы ее перезапустить не можем. Замбачелос. Ну иди сюда, замбачелос. А кровь есть кровь, да? Угу. Еще один ящик. Ну слушайте, на калашмат он так быстренько накопит. Только у меня не будет на него патрона. К сожалению. Да вот же ты допрыгиваешь. Ну дотянись руками, господи боже мой. Дохляк Нечаев. Запись вторая, 19 апреля. Наблюдение под микроскопом частицы... Опа-на. Уровень пестицидов понижен до 10%. Крас, это хреново, да?
Как только опыление борщевика прекратится, он проснется. И размажет тут все нафиг, включая нас. И я в восторге, блядь. Кажется, время ограничено. Что в растении стали преобладать посторонние гены слизевика. Эндоцитоз. Зачем? Это и есть желтый бидон, блядь? Серьезно? Бидон должен быть где-то рядом. Да нет, тут рядом ни хрена. Надо целиком цистерну везти. Этой гигантской твари как раз хватит. Поддерживаю. Сбился. Это... Целиком цистерну везти? Вот это эту что? А, вот ту. Например, использование стержней. Я тебя за... Опа, она. Ни хрена себе взорвалась. Жужа, что ты там жрешь опять? Да брось, говорю! Так, это бетон. Так, позже. Интересно, девки пляшут. А как туда забраться? Извините. Ё-моё, блин, ну тут головоломки похлеще, чем Far Cry 6. После последнего обновления Киберпанк решил похеровничать маленько. Так, давайте-ка. Проверка на реакцию. В этом крыле мы уже были. Это у нас короткий путь, чтобы вернуться назад. Я ж тут был. Да, я тут был, я это помню место. Угу. Собрать барахлишко из ящика. И калаш. Калашмат. Давай. Та японский городовой, блин. Чего нам не хватает? Че это? Встречается часто у... у тех чипушил, которые мне не попадаются практически, да? Химия. Это что? У вовчиков можно взять. Вовчики, вы где? Используйте телекинез, чтобы двигать платформы. А, я то есть не могу подвинуть, да, вместе с собой? Ну давай вот так сделаем. Чуть подальше. Ничего любопытного не пропустили? Вот эта цистерна нам нужна, да? Ох ты ж, ёкарный бабай. А я забыл нам... А, нам в эту сторону. Лях она так. Классно. Спасибо. Давай, паркур по стене. Оп. Не, так не работает. Повар спрашивает повара, какова твоя профессия? Так вот, зачем я ее подвинул? Ну, наверное, мне это понадобится. Залезть туда я не могу. На эту не могу. Могу вот сюда. Подвесные электромагнитные платформы и кнопочные пульты, разбросанные по всему цеху. Офигенно удобная система управления. Очень удобная. Что ты за дебил? Окей, попробуем... снова забраться здесь. Но там, кажется, бушует уже вовсю.
монстретина. Надеюсь, что мы уложимся в тайминге. А это за что отвечает? А, тоже за нее, да? Подвинуть сюда мы ее никак не сможем. Может, там вращается. Значит, нам надо передвинуть ее в ту сторону. Да тип. Писька вонючая. Короче, план такой. Перепрыгиваем сюда, не падаем. Сдвигаем эту платформу дальше. Чтоб сюда точно не вернуться. Повернем эту. Поворот. Так, эта платформа стоит как нам надо. Эй, ну-ка. Я знаю, ты просто нагнетаешь обстановку. И не более. Но я, конечно же, найду время поболтать еще с Трубчинским. Неудачно спрятался. Тише, рядом мутант. Это надежное место, тут он меня не найдет. Ай, свет выключили. Это тебя выключили, мужик. Навсегда. Все-таки я умер. Признаюсь, у меня была такая мысль. Ну так ты не ошибся. Бывай. Все, что ли? Весь диалог? Раз, если меня убьют, я тоже стану говорящим трупом? Буду валяться где-нибудь в углу и нести полуосмысленную чушь? Сложно сказать. С одной стороны, нейрополимерной памяти у вас нет. С другой, общая степень полимеризации вашего организма очень высока. Это означает да или нет? У нас нет подобного опыта. Японский бог, блин. Спасибо, я, пожалуй, воздержусь. Здесь неожиданно пропала крыша. Куда-то. Так, нам сюда. Попробуем просто пойти пешком. А то он неожиданно для меня очень сильно прыгает. Угу. Не-не-не-не-не. Обратно давай. Отлично. А дальше мы что будем делать? Нам надо ускориться. Ебучие пироги, стараюсь. Да, вонючие пироги, я тоже тут накипиши весь. Так, эту хрень мы уже деактивировали. Ни одного Вовчика нет. Что ты такое, блин, ужасная тварь? Яйца какие-то на дереве. Поворот нужен. Рывок во время прыжка. Да я знаю, блин. Спасибо. Давай. Я думал, он еще и захват не сделает. Вот это цистерна, конечно. Ага, ну теперь нам исключительно. О! Я думал, ты не за все цепляешься. Теперь нам надо повернуть эту платформу. Очень удобное перемещение, прям. Дайте Нобелевскую тому, кто это придумал. Уровень пестицидов.
повышен до 4%. Ситуация критическая. Где этот мужик Стасов? Он там что, уволился? Критическая ситуация, да, согласен. Уровень пестицидов понижен до 2%. Я думаю, тот чувак уже труп. Мы все умрем. Хорошая идея. Я тут уже подустал. Звуки реально очень устрашающие. Это последнее? Да. Давай, ехай. Да доедешь ты уже когда-нибудь или нет? Там слишком много разговоров на фоне. Оу. Перекур. Оу. Ты нашел контейнер? У меня закончился PH-400. Если что-то срочно не предпринять, там крышка. Да нашел, успокойся. Глянь вниз, вон твой беду. Знаешь, что стоило мне доставить его сюда? Блять, не так. Он от этого не умрет. Его надо было взорвать. Твою мать, и что теперь делать? Он проснулся. Надо поджечь полимер. Дай сюда сигарету. Разве полимер загорится от сигарет? Да. Сдохни, тварь. Оу. Больше живучий тварь. Он в ярости. Надо бежать, пока не... Держись! Твою-то мать. Там снизу Элеонора. Надеюсь, она мне... Бляха. Оу. Блядь, сука. Нога. Мужик, ты как? Нормально, повезло. Сука, побеги. Вставай быстрее. Я застрял. Стреляй, не болтай. Их слишком много, давай быстрее. Отдай мне свой пистолет. До нас, все лучше, чтобы не добрались. Они все ближе. Вставай, воспользуйся вставай. Перчаткой, ёпарасоте, блин. Теперь он еще и зомбаком станет. Твою мать. Голбард, о! Хоть где-то повезло. Нет. Он мутировал. Да я догадался, бля. Только не колбой, а то если ты ее разобьешь, нам потом новую искать. Добивание почти как в Думе. Вырастили кустик. Делать вам в своих лабораториях нечего. Путь к вершинам науки тернист и полон ошибок. Умение, эксперименты, уникальный опыт. Вы можете сбрасывать навыки и перераспределять возвращенные нейрополимеры для пользования другими умениями. Если вам надоедят старые или захочется поменять стиль игры, штрафы и наказания не преследуют, экспериментируют. Если кто-то ничего не делает. С этой шняги можно было много всего собрать. Комната отдыха. Она мне сейчас очень нужна, кстати. Спасибо. Ох. Посижу, но погоди, как в детстве посмотрю. Ну, я помню эту серию. Да, это помню. Ладно, все. Отдохнули, хватит. Ствол качнуть. Да, блин. Недостаточно ресурсов. Загрузка системы. Что мы можем взять здесь? Персонаж. Опа. Улучшение медицинского блока. Встроенный в костюм медицинский блок эффективнее регенерирует ваше... А у меня что-то регенерировало здоровье? Способность к сопротивлению элементальному урону. Во время применения способности рывок вы застрахованы от любого урона. Ну... Блин, я не знаю, как бы, вот это прикольно, конечно. Применение медицинских препаратов позволяет нам регенерироваться в течение нескольких секунд после их применения. Круто, конечно.
Какая здоровская музыка здесь. О, там лут. Я не могу пройти. Запись 4, 13 мая. А есть у меня какой-то фонарик? Ой, это я случайно использовал. Растение стало просто огромным. Его лианы в поисках пищи вытягиваются в разные стороны. У баранты боятся к нему подходить. И уже были жертвы. Ты чё кусаешься? Ну-ка. Объем пестицида в питательной смеси. Чтобы больше никто не пострадал. Ах ты, бобр, курва. Я пердоли. Я же отпрыгнул в сторону. Ты... Они еще и взлетают и взрываются. Классно. Там была какая-то... Ушла нахер отсюда. Летающая падла. Там наверху что-то есть. Ах, вот тебя-то я и не заметил. Теперь они еще и разноцветные. И взрывающиеся. Как здорово. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нам нужен калибр покрупнее. Он чем-то кидается. И бежит не по одному направлению. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нужны увороты. Как минимум. Хватит. Котелок не вари. Да ну нахрен. Что происходит вообще? Надо избавиться от всех этих хреновин. И здоровье подправить. Ты не взорвешься. Хорошо, что я тут прошел в этом месте. Нет энергии. Это плохо. Он пуляется чем? Мы его грохнули. Ебой. Патронов нет. Так, опа, нас только что уложили. Ну-ка нахрен, ты тут, это самое, не прыгай, не взрывайся, пожалуйста. Все, готовы? Еще одна шняга. Хорошо, мы ее маленечко уничтожили. Да почему ты туда залезть-то не можешь? Все, умри. Так, еще есть. Сектор чист. Думаю, собрать не может. Ну, а теперь собираем лут. Он нам пригодится, особенно с этого. Очень много лута. Что за музыка напряженная, блин? Меня она напрягает. Как будто бы там еще один такой же дядька, здоровый. И еще мы можем кое-что поставить на наш топорик, раз у нас нет патронов. Ну, парочка тут есть. Здесь немного накопилась энергия. Все. Why are you running? Все. А если его добить? Не работает. Ну все, я готов. Давайте, нападайте, падлы. Где вы все?
чижики-пыжики. Да, звуковое сопровождение они, конечно, умеют делать. Я еще не со всеми тут переговорил. А просто так убегать я не собираюсь. Ну? Еще желающие? Там какой-то барахли... А, это этот. Говорящий труп лежит. Все? Это все? Это, по-твоему, удар? Херня. Раскидались. Так, теперь нам надо подсоедините колбу из пестицидного цеха к березе ПК-4. Ну, мы, конечно же, сохранимся и попытаемся прокачать наш калаш. Недостаточный ресурс. Милый, как тебе наш кустик? Иди в жопу. Такой забавный. Какой еще нахрен кустик? У которого кустик. Ой, так, я теперь могу вот это прокачать. А это почему-то не могу. А, 62 стоит. Способность к сопротивлению элемент. Ну, давай. Будем сопротивляться. Ты отобрал колбу с полимером. Ты про этот гребаный... Да, я все сделал. Храс, ну не может же быть, чтобы каждый раз они с этой березы так возились. Разумеется. В обычной ситуации этого и не происходит. Береза — это прежде всего символ, хоть и требующий аккуратности и заботы. Раз в 2-3 дня. Да ты заколебешься через день ходить по 4 отделам за колбами. На всякий случай. Вдруг чё? Да чё, как ты? Вышло. Никто об этом не мечтал. Мечтали о звездах. Досадно, но всё. Мне надо идти. Да, всё, отстань. Куда мне дальше? Я надеюсь, мы хоть постепенно зачищаем территорию. Красиво. А зачем мы это делаем? Паразитов всех мастей. Хотя бы дерево теперь вздохнет спокойно. Насекомые вредители уничтожены. Береза приходит в норму. Отлично. Следующая дверь какая будет? Это... Еще... О, у меня целых 2 колбы, что ли, есть? О, все, игру прошел, да? Отлично, оттаивает березка. Оптимальный температурный режим восстановлен. Угу, супер. Отдай свои запчасти. А комната отдыха? Как же комната отдыха? Нету? Дело сделано, ворота открыты. Мы сделали это, товарищ майор. Ну да. Я сделал это, не примазывайся. Я оказывал поддержку, помогал морально. Ой, морально. Тобой, ладно, помогал. Живой хоть? Хоть вопросы не имеют смысла, но спасибо, я в порядке. Мы готовы уходить? Может, я что-то не нашел? Подожди, я кое-что проверю. Давайте пробежимся. Ничего нового не появилось. Трубчинский. Вдруг что-то новенькое. Что-нибудь непроверенное. Да ладно. Вот это я мог пропустить. Вот это я вообще не зря вернулся. Теперь у меня есть ПМ, на котором целых 40 патронов. Вот это я вообще не зря зашел. Где ж ты был раньше-то, а? Ну, ПМ не калаш, конечно, но ПМ это прям
бодрая тема. Так, давайте-ка еще пройдемся. Что-то я... Как я так мог невнимательно тут пройти? Ну ладно, там точно ничего нет. Блин, клево. Хочу с ПМчиком побегать. Все, ну теперь точно все. Помню, там комната была? Но теперь мы готовы? Да. Уходим. Вряд ли там калаш где-нибудь валялся. Храс, как погиб Харитон Захаров? При загадочных обстоятельствах. Пестики, тычинки, достижения. Подробности смерти неизвестно никому, кроме академика Сеченова. При загадочных? Разве Дмитрий Сергеевич не рассказал, как все произошло? Разумеется, рассказал. Считается, что профессор Захаров поскользнулся и упал в лабораторную ванну с экспериментальным нейрополимером, представляющим собой агрессивную среду. Черт, жаль человека. Но что же тут загадочного? По странному стечению обстоятельств не сохранилось никаких видеозаписей этого печального эксперимента, хотя все подобные процессы тщательно документируются. Ну, бывает такое иногда. Камеры могли вырубиться. Или данные не записались. Вполне возможно. Еще одна странность заключается в том, что... Я вам, наверное, перекрываю тут меня... И не способен убить вот, человека. Если я вы прекрасно буду. Через него плаваете. Здесь... Но это... Количество патронов и энергии. Может, тот полимер был единственным ничего таким особо экспериментальным важного. Образцом. Опасная разновидность. И это вполне может быть. Показал. Но разве профессор Захаров мог не знать о том, что экспериментальный образец, с которым он работает, агрессивен? Чё-то мы долго едем. Сам же его и создал. Вместе с академиком Сеченовым. Чертовщина какая-то. Как прикольно сужается прицел. И фов изменяется. А у меня здоровье само по себе вообще никогда не восполняется, да, я так понимаю? Как же это клёво. Кавычка. ПМ. Это чё? Ничего. Понятно. Средняя капсула с непремом. Тут мы приедем куда-нибудь или нет? Мы же едем. Мы же поговорить успели. А разговаривают они очень долго. Ну, очень медленный лифт. Нам нужно добраться до станции Лесная и сесть на поезд до станции Солнечная. Дальше пешком. Ну и где искать нашу станцию? Надо пройти через деревню, в которой мы оказались. Идем. Доступ разрешен. Калаш мне не прокачаешь, да? Блин, я бы сделал какие-нибудь улучшения на ПМ. Конечно. Дульный модуль. Нет, я все-таки хочу калаш, поэтому буду стремиться прокачать автомат Калашникова. О! Шкафчики. Уютная комнатушка. Там я что-то снизу забыл. Конечно, как я мог это оставить? Патроны для ПМ. Еще две штуки. Доступ разрешен. Может, теперь я могу калаш прокачать? Нет? 70 и 15 также. Не хватает. Ну ладно. Сейчас будут маленько боссы побольше. Красота. Теперь мы на природе. Черт, пчелы! Чем это они занимаются? Производят ремонт разбитых роботов. Чем Блин. Больше пчел занимается восстановлением, тем быстрее объекты вернутся в строй. В данный момент пчелы-ремонтники не опасны. Вы можете продолжать движение. А-а-а. Это ни хрена не круто. Это вообще не стоит круто. Подождать. Среди них пчела с камерой. Ей на глаза лучше не попадаться. Ё-парасоте. Ретранслятор гриф и ВЭО вертолетов. Гриф связывает данный регион с экосистемой. Он находится в воздухе благодаря энергии от ветряного генератора. Управление грифом возможно через терминал.
Любая враждебная активность на глазах камеры Маши приведет к отправке сигнала второго уровня тревоги на ближайшую фабрику для вызова дополнительного подкрепления. Видеокамер тут полно. Куда они передают все, что замечают? Если вас обнаружат, то гриф объявит тревогу первого уровня, и к точке вашего обнаружения сберутся ближайшие противники. В случае, если камера заметит, как вы атакуете робота, будет объявлена тревога второго уровня, и гриф вышлет в точку обнаружения дополнительные силы. Нам нужен лут, поэтому... будем всех мочить. Я пойму, какой именно уровень тревоги объявлен. Индикация уровня тревоги выведена на полимерную сетчатку вашего глаза. Уровень тревоги 0 пока что. Красиво. Все, давайте всех мочить. У нас некое свободное перемещение. Просто потому, что мы на улице. Летит. Падает. Эй, стой. Не уходи далеко. Сюда не пройти. Силовое поле, так сказать. Ты где? Ты задрал тут, чинить все. АПМ хорош. И звук бодрый сделали для него. Приятный. Я так понимаю, здесь можно... можно потратить все патроны. Быстро и легко. Но в то же время можно нормально так полутаться с ним. Ты где? Будьте внимательны, майор. Враг поднимает уровень тревоги. Не успел? Что-то наш силовой пистолет прям слабоват. Ой, ёб твою насрать. Ты кто такое вообще? Ты что? Что за падла ты? Ёлы-палы, можно обратно? Нет? Нельзя, походу. Давай. Ты еще и дисками умеешь метаться? Иди сюда нахрен. Иди сюда. Жопа вонючая. Жопа с бензопилой, блин. Не, ты просто так меня не уделаешь. Я тебе сейчас... я тебе все переломаю. Еще один. Этот бомбами кидается. Уровень тревоги первый. Хорошо, бегаем, лутаемся, уворачиваемся от лазеров. Метко стреляем по летающим объектам. И уворачиваемся. Ох ты, блин. Плохая киса. Главное не промахиваться из дробовика, потому что... ты где? Очень хорошо. Кажется, нас забрасывают минами. Только не в траве, потому что в траве они каким-то образом видят меня, а я их нет. Команд забита. Как отключить эту... ах ты черт, вонючий. Я тебе сейчас... уровень тревоги первый пока что. Надо как-то отключить вот эту хреновину. Что-то было сказано про ветряную мельницу. А где она? Вам предстоит жаркая схватка. Противников все больше. Да, я вижу.
Ты что, с камерой? Не попал. А я попал. Получи. Кто здесь? Ты что? О, я сейчас столько налутаю вообще. Стой, стой, стой. Камера нам не нужна. Я тут все зачищу. Эту хреновину я не могу уничтожить. Или могу? Не могу, да? Че, и патроны кончились. Враги повысили свою бдительность на максимум, майор. Это максимум, да? Хуяксимум. Так, 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 бежим. Ах ты, бобер. Вонючий. Они еще и ремонтируются. Я в ахере с них вообще. Просто дико. С ними невозможно воевать, блин. Надо как-то поаккуратнее себя вести. Ты где? Они ремонтируют камеры. Они их восстанавливают. Типа бесполезно их лупасить, дубасить. Но если хочешь полутаться, это прям отличный метод. Так, камера, иди отсюда. Кончились припасы. На пойме тоже ничего нет. А значит, нам надо искать место, куда бы уединиться. Привет, корова. Еще один ПМ. Там какашка мед. Фух. В дом они не зайдут. Ой, Вовчик, ты тут что забыл? Уютные домишки. Я не ожидал, что выйди на улицу, начнется такая хрень. Да закончись ты уже, блин. Кто здесь? Неработающий компьютер. Так, это корова. Корова, брат. Все, ты идешь на пенсию. Мы его... уничтожили, да? Их слишком много. На каждом шагу. Еще и бегают за нами. О, да. Ты че, охренел? Понимаешь, что ты крепкий бобик? Но почему-то с него лут не выпадывает. Куча камер видеонаблюдения, они прям на каждом шагу. Еще и курица-убийца здесь. Быстрей. Подожди, чувак. Погоди. О, отлично. Все, я в домике. Я надеюсь, что это укрытие.
Вовчик! Я, подожди! Подожди! Можно дверь закрыть? Нет, нельзя. Они тут на каждом, мать его, шагу просто вообще. И продолжают пуляться какашками. Ковер на стене. Хи. Домишки уютные, конечно. Но у меня уже нулевой уровень тревоги. Давай подольше прозглядывай. Так, подожди. Так, надо желтый поставить между синим и красным. Угу. Теперь надо их разместить чуть-чуть поотдаль. Это было как будто бы сложно, но что-то подтупливал просто. Давай, Вовчик, ты где нахрен? Я знаю, ты тут. Нет. Ни одного Вовчика. Удивительно спокойная квартирка. Ай. Дубасят только в путь. Нам нужен лут, а лут нужен нам. Если вы хотите сказать, что я не все собрал, я с вами согласен. Куда ты упердолил стоять? Угу. В этом домике есть кто-то. Серьезно, в этом доме стоит, по-моему. Как здорово. Полудохлый. Лут нам нужен. Вот боекомплект для авкалашмата. Поэтому что нам нужен, правильно, калашмат. Я там, кажется, много чего не забрал. Быстрыми перебежками не палимся. Здесь мы все взяли. После 1918
машины, может что-то взять. О! Основываясь на информационных данных уровня тревоги врага, товарищ майор, вам каюк. Да, спасибо. Я уже понял, что мне каюк. Через забор, сквозь подсолнухи. Как тебя нахрен уничтожить-то, блин? Падла ты такая. Ребята, мочите сюда из гранатомета, я хочу уничтожить ее. Но она, по-моему, не уничтожается никак. Я здесь, по-моему, не все собрал. Ща я по-быстрому тут лутанусь и все. Вы в меня не попадете. Я потому что двигаюсь очень быстро, ловко. И успеваю уворачиваться от вас. Ой, это было больно. Кто там хочет заряд бодрости на весь день? Ты что? Ты падла. Ладно, сваливаем. Че, где еще осталось? Не, назад, 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 назад. Ай-яй-яй. Бобо. Больно. Очень больно. Очень больно. И очень неприятно. Здоровье по минималке осталось. Ты сюда не пройдешь. Падаль. Вонючая металлическая. Высокотехнологичная хреновина. Что у нас еще из потеряшек? Ага, вот в этом доме что-то есть. Как минимум два Вовчика тут есть. По каким-то причинам коллектив перебросил в этот район несоразмерно большое количество роботов. Рекомендую передвигаться скрытно. Я опаздываю на ВДНХ. Сеченов просил поторопиться. Лобовая атака с высокой вероятностью приведет вас к гибели. Я не в первый раз вижу подобную систему безопасности, Храс. Ее можно обойти. Вот и все. Спасибо. Да они полудохлые все, чё их бояться? Еще один. Этот не полудохлый. Бежим. Так. Не попал. Засранец. Потная катка, потная, очень потная. Так, ну чё, калашматов тут нет? Я думаю, что уже достаточно насобирали всякой дряни. Можно еще, конечно, пофармиться, но у меня уже нервишки не вывозят. Посмотрим, где еще в домиках что-то есть. Это курица. Ты бобер. Где ты нахрен? Ладно, все. Можем валить. Щелк. А, модульный замок щелка. Используется экосистемой для контроля доступа к важным объектам. Взаимодействован с замком может только камера Ромашка. Администратор может подключиться к камере через ближайшее вспомогательное устройство Валан.
Ворота заперты через общую систему безопасности. Нужно получить доступ к системе. Единственный вариант добиться этого – как-то подключиться к камерам наблюдения. К сожалению, у меня таких возможностей нет. Для подключения к камерам существует специальное устройство. СДК-2, Валан. Система диагностического контроля камер может пригодиться не только для диагностики. Надеюсь, что где-нибудь здесь оно имеется. Согласно имеющимся данным, устройство с таким названием есть в данной деревне совершенно точно. Я улавливаю его сигнал. Да в смысле недостаточно? Химии не хватает. Милый, как я рад. Ты пришел выбросить эту... Ты падла. Ты дурочка. Шок. Повторная атака еще сильнее заряжает наэлектризованного противника. Второстепенные цели, попавшие под удар цепной молнии, получают полный урон. А нам надо? Какую перчатку? В другой раз. Сейчас мне нужно ее улучшить. Зачем улучшать эту гадость? Из окна, видишь ты? То влюблён, всерьёз. Нам надо вот туда, на горочку. Будьте осторожны, враги усиливают свою бдительность. Да и черт с ним. Пусть усиливает хоть всю свою бдительность. О, как я это место пропустил. Лях, ляха на таха. Так, в дом-то не зай. Это случайно получилось? Ну все, кобзда тебе. Или мне. Еще один. Отвали от меня. Ну, давай. Че ты мне сделаешь? Сразу свалил. Необходимо полностью обшарить данное заведение. Как найти химию, которой нигде нет? Хороший вопрос. Чертеж снежок. Ну, по-моему, такой у меня уже был. Камера наблюдения. Нам надо вот туда. Только вопрос как? Есть какая-то... А, там есть шест. По которому, наверное, можно туда забраться. Каким-нибудь чудесным образом. Давайте попробуем сигануть. Пришел все-таки за мной. Супостат. Давай. А, лифт. Ага. Так, ну он не такой меткий.
каким мог бы быть. Это и есть устройство взлома системы безопасности. Взломать эту систему не так-то просто. Слушай, Вань, я под конец вахты начал с помощью световой азбуки общаться со смотрителем маяка на той стороне озера. Куда торопишься, внучок? Баб Зина, ты что ли? Не забыл старуху-то? Молодец. Как тебе комплекс Вавилова? Понравился их милейший кустик? Этот милый кустик чуть меня на тот свет не отправил. У меня два ПМа. Вот что я скажу, внучок. Пушки тебе нужны побольше, тогда и гадость всякую будет истреблять сподручнее. Это точно. Только с пушками пока сложно. А ты загляни ко мне в избушку. А вот это еще для тебя какой чертежик. И валам взломать помогу. Были у меня коды к ним. Записаны где-то. К тебе в избушку? Угу. Что за баба-яга такая без избушки на курьих ножках? Это вот туда, ты что ли? Ты даешь, мать. Уже иду. Где изба твоя стоит? Видишь полянку на холме? Что дальше по дороге от вышки твоей? Иди туда, жди меня там. Скоро буду. А, видишь, ну ладно. Анива называется. Подумал, ему там, наверное, одиноко. Ладно, я тут на станции работаю. Тут деревушка, люди радушные. Ловил под землей. Теперь до бабы Зины надо идти. С самим маяком привезли с Сахалина. Сколько тысяч километров? Две. Представляешь, он там на море жил. Кораблям сигналы давал, а теперь здесь стоит. Ему должно быть тоскливо. Короче, просьба у меня. Пообщайся с ним тоже иногда, ладно? Ну все, пост дал, пост принял. Удачи. Да у нее тут достаточно чисто, кстати. Нету этих летающих хреновин. Да она тут живет? Фига она дает. Мощная бабка. Баба Зина. Ну... Допустим. Ёпарасоте, блин. Это она на меня натравила? Отпусти, сучоныш! Чё-то он мне не очень нравится. О, ёпарасоте, блин. Вот это эпичное появление. Фу, давно бы так. Чуть не убил меня металлолом долбанный. Избушка на курьих ножках. Спасибо, Бабзин. Подсобила. Где эти твои пушки побольше? Дальше без них никуда. Заходи-ка в избу. Чайку попьем. Так, ладно, окей. Я сейчас тут осмотрюсь. Но вроде ничего нет поблизости. У меня вот материалов, Бабзин, не хватает. Конкретно. А не менее жопы. Что за 15 кадров в секунду? Чайку себе сам нальешь. Классный телек. Что показывают? Мультики. Господи. Присядь да посмотри. Ты еще что за... Тихо. Касательно информации о... Повнимательнее смотри. Внутреннем сбое на предприятии номер 3826. Товарищ Молотов, сбой уже устранен. Последствия ликвидированы. Нет никаких причин для беспокойства. Устранен или не устранен? Информация об этом событии имеет все шансы попасть на стол к нашим американским друзьям. Вы понимаете, чем это грозит всем нам? Международный скандал. Я прекрасно понимаю. Понимаете? Под угрозой наш проект мой... «Атомное сердце». Мой проект? Проект, который я создал еще до начала этой проклятой войны. Проект, который вы все отказались тогда признавать.
Сколько миллионов советских граждан сгинули в войну в кровавой мясорубке? Я поклялся, что подобной трагедии в мире больше никогда не повторится. Я очень рад, товарищ Сечин, что человеческая жизнь для вас все еще дороже, чем ваши механические игрушки. Но это никак не отменяет того факта, что у нас у всех на шее сужающаяся удавка санкций Запада. Товарищ Молотов, для меня человеческая жизнь действительно стоит превыше всего. А время капиталистических эксплуататоров подходит к концу. Скоро рабочий класс на Западе сбросит с себя ярмо угнетателей. Товарищ Молотов, я прекрасно представляю всю ответственность, которая лежит на моих плечах. И полимеризация всего населения СССР, запуск нейросети «Коллектив», запуск операции «Атомное сердце». Да о какой ответственности вы говорите, товарищ Сеченов? Вы понимаете, что если в США узнают о том, что ваши машины способны по щелчку пальцев переключиться в боевой режим, то на вашем проекте можно поставить крест. Они ничего не узнают, повторюсь. Последствия сбоя уже ликвидированы. Товарищ Сеченов, возможно, некоторые члены Политбюро готовы поверить вам на слово, как заслуженному деятелю и члену Президиума Академии Наук, но боюсь, что для меня вашего слова недостаточно. О чем вы говорите? Высшее руководство страны поручило мне возглавить специальную комиссию, которая оценит последствия вашего сбоя. Мы будем у вас на предприятии уже через несколько часов. Вам ясно, товарищ Сеченов? Ну, если партия считает это необходимым, товарищ Молотов, то... Это же закрытая линия правительственной связи, Бабзи. Откуда у тебя эта передача? Это не передача, Милок. Это прямое подключение к правительственной линии. Mm. Не думай об этом. Это моя забота. Тебе нормально. Пора заняться. Где мои пушки? Калаш. Можно мне кучу компонентов? Гостинец забери в углу. Кодами от Валана, небось, и сам знаешь, как пользоваться. Да, чертежку прихвати. Мой ремшкаф знает, что с ним делать. Пользуйся, не укусит. Не то, что твоя подруга. Да уж, подруга. Спасибо, мать, цены тебе нет. Средняя капсула с некремом, нейрополимер, микроэлектроника. А где, мать его, химия? Я хочу сделать себе калаш. Так, давай, мне нужно... О, достаточно ресурсов на эту хреновину. А нужна ли мне эта лиса? Калашмат! Наконец-то я могу сделать калашмат. Да! Е-е-е-бой! Да, еще я бы разобрал один ПМ, не понимаю, зачем мне их два. Оу май гад. Михаил Тимофеевич знал свое дело. У тебя там все в масле внутри. Фу. Доступ разрешен. Стрелять, стрелять, мне нужен пострелять. Складоразбор. А, у нас два ПМа, оба одинаковые. Я его не могу разобрать, что ли? Калаш? А, я его никуда не могу засунуть, да? Сгущенка. А, о, разбор. Пистолеты, патроны для ПМа. Калаш занимает две ячейки. А, три ячейки занимает. Ля. Ракеты для крепыша. Крепыша у меня нет. Но теперь у меня есть калаш, который занимает хреново тучу места. Да. Давайте немножко уборку сделаем по такую музычку ненапряженную. Так, ладно, это дробашные патроны.
ПМные патроны. Патроны для калаша. Ну, вот как-то так. А теперь разбор. Один ПМчик разбираем. Так, я до этого мог все разобрать, и у меня была бы химия, да? А-а-а, что это такое? Капсула адреналин. Не знаю, буду ли я ее использовать. Теперь можно поулучшаться. Чего не хватает химии, да, опять? Окей, склада разбор, идем на разбор. Капсула адреналина шла нахер. Ну, сгущенка тоже, по сути, не нужна особо. Ракета для крепыша тоже. Очень много капсул для восстановления здоровья. Может, они мне, конечно, потом пригодятся. Но это фиг с ним. Склад. А максимум 14, да? Нет, ни хрена. Тут 8 их стало. 74. Это уже радует. 40, так и есть 40. Теперь тут 8, тут 40. А, это максимум, сколько я могу носить, да? Окей. Хорошо, теперь мы знаем, что у нас есть запасные патроны. Для ПМ их достаточно много, но их надо будет доставать потом. Для дробовичка у нас тоже есть патроны запасные. На видное место. Что за динамо? Понятия не имею, что это такое. Аптечки сохраняем. Кассетные вот эти штуки, они походу занимают одно место, да? Давайте в улучшение пойдем. Дульный тормоз-компенсатор. Приклад, может быть, можно сделать? Можно. Сейчас сразу, чтобы калаш красивый был. Кассетные модули поставили. Отлично. Это значит, что мы сможем... Штатный целик и мушка. У нас есть... А, вот, кстати, динамо тут затесалось. И вот эта хреновина. Я пока что в них не вижу никакого смысла, поэтому... Эй, стой, я не закончил. Оружие. Склад разбор. Доступ разрешен. И поглядим, что у нас тут. Доступно. Пока ничего. Здесь тоже ничего. Ну и ладно. Ну все, ребят, давайте. Сохраниться негде, да? Да уж. Непростая ты старушка. Сейчас поговорим с ней. Ты путаешь чего-то, внучок. Ну да. Изба летающая. Компьютер квантовый под потолком. Перепутаешь тут. Не, я таких, как ты, не встречал. А может, память у тебя девичья? Я, может, после ранения мелочи какие не признаю. Да уж тебя бы точно запомнил. Мелочи? Ладно, у тебя дело важное было. Отлагательств поди не терпит. Есть такое.
На ВДНХ мне попасть надо. Тут где-то станция железнодорожная должна быть. Аккурат за деревней она. Ступай прямо по дороге, не заблудишься. Только на небо внимательно поглядывай. Уж больно круто, а ты, баба Зина. Спасибо, что заметил. Считай, тебе крупно повезло, что я за тобой присмотреть решила. А нахрена тебе за мной присматривать? Разобраться хочу. Слабак ты или нормальный мужик? Грубо. Зато так быстрее доходит. Как ты выжил-то? Да не выжила я. Померла. Как это? В смысле? Дурачок ты, что ли, такие вопросы задавать? Так бы взяла полоник и дала тебе по башке. Выживать обучена, так и выжила. Это сидушка на унитаз? Как ты за Сеченовым следишь? Как за всеми остальными. Технологии, милок. Давай так. У меня избушка непростая, у тебя перчатка. И мы не задаем друг другу вопросы, что и откуда. Идет? Допустим. Так, бабка, ты у нас на превью пойдешь. Странную ты дома животинку держишь. Да вот не так. Животинка странная. Чаек у меня такой своеобразный. А курица? Ну, как курица. Вполне обычная. Чего? Шутка юмора. Ты чего? Чипированных куриц не видел. Мы же на предприятии 3826. Чего здесь только нет, как в изумрудном городе. Не видел. Вообще не знал, что такие бывают. Ну, не видел, так посмотри. Все, погнали. Так, мне пора. Ступай, касатик. Кстати, внучок, ты там внизу пару колечек не находил? Золотые такие, в коробочке, с литерой предприятия 3826. Кольца в коробочке? Нет, бабзин, такого не видел. Не до этого было. Ну, ступай, ступай. ВДНХ ждет, ага. Спасибо большое. Правда помогла. Стой. Тебя ведь там Штокхаузен ждать будет. Да откуда ты все знаешь-то, а? Верблюда. Передай Фрицу, если бы он не бегал за чужими бабами, может, все по-другому бы вышло. Слушай, она... ладно, я вообще не понимаю, о чем. Она ты. Его жена машину бывшая. Машину в деревне возьми, пешком до станции далеко. Жесть. Нормально. Крас, кто такая эта баба Зина? Затрудняюсь ответить, товарищ майор, если не знаком. Да? А мне показалось, что ты в курсе. Калашмар. Да ты ни слова не проронил. Наверняка не хотел, чтобы она тебя услышала. Я решил не обнаруживать себя до тех пор, пока не сделаю точный вывод относительно того, на чьей она стороне. Логично. А что за проект «Атомное сердце», о котором говорил Дмитрий Сергеевич с товарищем Молотовым? Таких данных у меня тоже нет. Этот вопрос лучше задать академику Сеченову лично. Ладно, неважно. Если потребуется, шеф сам скажет. Пошли искать дорогу на станцию. Да, сохранение мне, пожалуйста. Где-нибудь. О! Нормально он лупасит. Тут было сохранение, по-моему, нет. Было приятно работать с вами, майор Петрик. Не сожалею, но вас сейчас убьют. Не убьют, не переживай. Я не помню, где сохранка. Запчасти. Твою мать, откуда они вообще берутся? Робот Шмель доставляет их с ближайшей автопарки. Нам достается. Ой, вы еще и умеете по этим креням ползать. Yeah. Калашмат огонь. Ну и эти роботы тоже не промах. Космодрома. Небо ледяное, синего. Да черт. Бы тебя подрал, где... Где сохранка-то? А, блин, я опять на эту хрень попался.
Отвали. Только не заходи в дом. Я дверь прикрою. Да, спасибо. Мне нужна тишина и покой. Ну и что? Сваливаем. Сваливаем. Просто так свалить не получится. Акстись, дочь моя. Пытаюсь найти место, где мне сохраниться. Ну не в туалете же. Корова, отойди нахрен. Так, только не застреваем. Движемся размеренно, четко. Без каких-либо промедлений. Я могу в меню сохранить? Нет, не могу. Ты нарываешься. Да, и ты тоже. Я вспомнил. Так, мы тебе сделаем ингаляцию в жопу немножко. Вы теперь ты слишком много чипированный. Внимания, майор. Скоро здесь будет жарко. Да, здесь и так жарко уже. Где сохранка-то? Она здесь, на втором этаже была. Что происходит? А, чинят роботов. Замечательно. Может, ты уже меня... Там этот... Вовчик черный. Ну давай, Вовчик черный. Я готов встретить тебя с распростертыми объятиями. Ну и где ты? Понравилось? Сохранись уже, пожалуйста, в каком-нибудь месте, где-нибудь. В любом. Абсолютно. Ладно, мы давай. Наконец в системе. После этого действия. Вся местность как на ладони. Ищем нужную камеру. Которая... Есть контакт с камерой. Храс, ты получаешь телеметрию? Я уже в системе. Нам нужна, наверное, вот эта камера. Не совсем. Где-то здесь эти ворота должны быть. Это камера, что ли? Вот и ворота. Открываем. Все ясно. Сохранись-ка.
пожалуйста. Сохранение. Все, наконец-то. Короче, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. До новых выпусков. Пока-пока. Было слишком интересно, не мог оторваться.